прикосновения, запахи. Здесь так здорово. Посмотрите на эти камни. Посмотрите, какие они старые. Это известняк. Может быть, ракушечник. Половина здесь известняк, половина ракушечник. Посмотрите на эти лишайники. Они выглядят гладкими, а на ощупь чуть-чуть как пемза, как очень-очень мелкая пемза. Сейчас снизу из города слышно, как кукарекают петухи на плато. Очень тихо поют птицы. Пахнет расцветшим примерно всем. Вокруг зелень. Очень-очень-очень тепло. Гораздо теплее, чем в Варне. Доски пахнут нагретыми досками. И от всего этого ощущение настоящего средневековья. Хотя, конечно, стены восстанавливали уже в наше время. Вот видите, вот такой высоты была крепость. После того, как ее починили, после того, как она была разрушена последним крестовым походом. То есть вот у нас 4 век, 11 век, 17 век. Цемент современный. И вот прямо в этом месте дует потрясающе свежий ветер.